Так, наша третья ночевка. Решили мы остановиться в отеле Ашхана, называется. Вот, тут такая вот живописная местность, так сказать. Где мы, непонятно, находимся. Вот такой вот отельчик. Вот, как он выглядит. Народа вообще нету, говорит. Типа не сезон, никто не ночует. Ну, дальнобои вот встали какие-то. Вот, будем смотреть, что она из себя представляет. Вход. Такая лесенка. Там уже наши дети заселились. В принципе, ничегошные, такого двухместные номера, они с телевизором. Две кроватки, все простенько. Красиво, в принципе, и уютненько. Вот, а мы заселились в пятый номер, трехместный. Вот. Он. Вот они. Алло! Привет, ребята! Как я могу? Я принял какие-то вещи. Чтобы не рюкзак мы не выронили. С ноутом. Побольше мы вот сюда в уголок. Сейчас я еще приду, воды принесу. А у меня рук не хватило просто. Вот. Койка место 600 рублей, итого получается 1800. Ключики, да, тут. Сейчас я еще схожу в машину и пойдет Том, пойдем кушать, хорошо? Вот тут. Ты писить пошел? Вот тут. Два туалета общих. Два туалета. Раз, два. Хочешь воду включить, руки помыть? Вот, помой. Не хочешь мыть руки? А тут душ. Включается. Где-то свет включается, непонятно. Наверное, где-то внутри. Да, вот тут душевая. Вот нормальная такая душевая, в принципе. Бойзер. Все дела. Вот какой-то из них выключен, какой-то включен. Так что посмотрим. Че, сыночек? Чего ты тут хочешь мыть? Машинку не надо тут мыть. А то она сейчас мокрая будет у тебя. Все, иди пока в номер, я сейчас вернусь, хорошо? Есть еще двухспальный номер вот такой вот.